Это жучков можете сейчас всех агрить, когда я приду. Если что, я вам помогу даже. Добровольно-принудительно. Так вот гильдия сделается. Вы меня слышите? Блять. Ну, не успеваю я тебя отхилить. Это какие-то мобы вот эти жесткие. Чё, катишь? Так, спячка там, или я не помню, вот спячка или умиротворение. Спячка. На Василиска, да? Да. Нихера нельзя применить. А у нас, значит, котанк работает, к Василискам нет. Не, они какие-то дикие, блядь. Кого там? Нихера себе не покосырил. Погоди, погоди. Сейчас я иду. Можешь даже не вставать, так уже быть. Всегда пожалуйста. Рада была помочь. Но они по косарю бьют. Это, короче, этот. Надо какого-то слабенького моба загреть. Потому что у меня там буквально 50 опыта до уровня. И они будут бить. 2000 дадут. И будет левел ап. И будет красиво, короче. Вот ты понял, да? Пошлите, поехали. Я пойду шкуру сдирать. Я очень агрессивная. Так что можешь скипнуть мага. Зачем? Мне не нравится. Ну, он же не обзывал никого. Ну, зачем? Жень жесток. Вы там где? На подходе уже, да? Да тут. А теперь все его лутаем.
Эршам из Чергильдии 73 уровня. Так. Чем мы этого петуха убьем? Я что-то так и не понимаю. Убьем, убьем. Пошли. Надо походу убрать. А вот трэш нам. Убивайте, убивайте. Даю стан. Сейчас через крест попробуем, где эти петухи стоят сейчас. Так, вот этот, да? Страж, слуга, страж вот этот, да? Вот, да. Вот через него и башня. Надо подождать. Нихера себе. А где он делся? Иди, черви там мощно бьют, чем может это червяка одного зерганем, дамаг большой. А, ну пока мана есть. Оглушение. Ну мы тут танцуем, конечно. Чё за херня? О. А где трэш? Эй, чтобы у меня шкуру издирать, вы что, издеваетесь? А это его слуги были, походу надо было чисто босса ДПСить. Я что-то и не вкурил, я и забыл про это. Я так и обидеться могу. Лутай, не вернись. Я привык, что с них ничего не падает. Там за кожу баки. Мне интересно, почему, если тут уровень нужно, чтобы их снять шкуру 10-20, а падает тонкая шкура, как на первых? Потому что они маленькие мобы. У них шкурка нежная. Тонкая. Где моя хилка паладиновская моментальная? Я не понимаю, он не умётся. А где этот? Вот он. Я так отвыкла от топика дерева. Воу! Драка, драка, драка. Ну ничего, мы еще раз на этого босса сходим. Еще пару десяток раз. Так, я может быть немного тупенький. Где у меня невидимость? Так, а где стан тогда? Ладно, хер с ним. На каком уровне открывается? Разве выяснится?
Да, круто. Верзилу это убьем, да, сейчас налево. Вот за что я люблю мишек, так это за то, что они тянут так мы на гранатах. Так мы всех убьём. Мы на босса идём. Мы на босса идём. Мишек вообще нельзя не любить. Они большие, пушистые. Вкусно пахнут. Ну, по крайней мере, вкуснее, чем братва. О нет, господи. Магия. Кто пойдет? Паша. Саша, ты пойдешь в гильду? Да, иди. Получается 4 релла у нас есть, да? Вуаля, сильно. Я умею только орать на людей, не надо мне пить. Ну так мы все такие. Профессионализм не пропьешь. Ладно, орать и возмещаться на хилов. Возмущаясь на силу, лучше всего. Ты смешно так наклоняешься. О! Я какой-то этот поднял, квестовый. Тиара глубин, круто, да? О, я ее тоже нашла. У кого квест есть, забирайте в этом мом. Надо подождать. Сейчас. Чан вылезет в этом бассейне. Блин, он чокнулся, он хочет мобов привести. Нет. Подумайся. Интересно, он откидывает? Он вверх откидывает. Оп.
поводу мишек. Вот в декабре этого года, ну то есть прошлого года, 20-го, в ростовском зоопарке впервые за 30 лет родился белый медвежонок. Кто там хила хотел собирать? Зачем так, а? Все, все, там или я шкуру... О, шкуру могу забрать. Ну, хоть кого-то нормальная шкура падает. Так, а где? Там вверху клетки, да, какие-то, потом они спускаются, потом... Да. Прыгай сразу вниз, собирай всех внизу, не жди на лестнице. Они на лестнице лагать помогут. Предначертанное. Да свершится предначертанное. Так, что там по баф? Саша, ключ? У меня ключ. Я ману регенила, подождите. Иди вниз, сразу спускайся. Там вниз. Да, там. Твой гоблин такой мелкий, что может под моим медведем пройти. Сказала не водиться. Оль, похилишь здесь? Где Оля? А это уже серьезно, это боссы. Нет. Или нет? А, не спускаться должны. Они спускаться будут. Согрись меня, согри. Чё ты убегаешь? Страшно? Кстати, одного газа присты могут брать под контроль и почти шотик, если хочешь. Да гребаный ты дурак, что ж ты в воздухе-то стоишь? Шизик. Он же шизик. Я по текстуру занесло, кстати. Просто левитирую. Тут двое стоят, каких-то непонятных. А он лутанется хоть? Сука, спускайся. Я. Не, надо походить просто. Пиздец. Наверное. Я в сторону могу обратно убежать. Так с него ж какая-то хуета падает, маска охуенная.
Ну, бля. Срали маску. Блять, что же он в воздухе-то висел? Так, сейчас побакланить надо вот с этим. Что угодно. Так, тролли месиво 5 из 20. Нормально, да? Нет. Можно пойти и гробики пооткрывать, ты собираешь. Или там трэш побить, ты собираешь. Босс должен еще упасть пару штук. Оля, Оля. Не достаю. Слишком далеко. Туманные сапоги. Как мои перспективы. Ну что, делаем ачивку? Вот этого. Попробуй. Угадай. Вот этого петуха первым убить. Вот они. Кого, где? Ну, ёлку вот это. Раздвоенный язык. Сука, и лута нет. Ё-моё. Вот это имба. На мишку, да? Ага. Слушай, ну стоит, да, попробовать? Ну, для прикола. Прокать, конечно, я думаю, вряд ли будет часто. Там не прок, там дамаг как бы важен, вот, вот этот оружие. А, ну оружие, дамаг, да, у тебя же херовое.
Ну, вообще, шикарно тебе. В 4-3 раза больше, как минимум. Короче, это для 40 уровня, как этот, как он называется-то? Клятого свеча, блядь. Очень точно. Чё ещё? Так. Красное волчье мясо. У котика-жмотика не выбрана ни одна роль. А вот тут вот так вот ездить может. Что, мы регаем? Это была плохой идея. Если мы регнем, у нас здесь не обновится. А, подожди. Надо это... А чё, надо... Надо выйти с инста и регнуть. Так, выйти из очереди. Сейчас надо квесты сдать сначала. Это огромная честь для меня, друг мой. Чем могу помочь? Удачного денька! Эй, как дела? Слушай, ну это вообще дичь. Ты видал, сколько опыта? Так, а я не помню. Улучшенного вожака мишки не берут, да? Я не знаю. По-моему, нет. Блин, зараза, я же не помню. Защитника вон там берут. Так, вроде так. Сердце я еще успею вкачать. Так, а что мы делаем? Выходить с инста надо, да? И теперь регать или что? Сейчас вот регать можно, да? Хорошо, что делать? Сейчас все зависли. В смысле, нет. Я что-то делаю. А, что-то залагал. Я отойду на пару минут. Побудьте пока без меня. Ага. Вы же знаете, как тут проходить, надеюсь? Нет. Тут, короче, два варианта. Пошли за мной быстренько, давайте. Этот тест проходит за пару минут. Короче, тут поднимаешься наверх, спрыгиваешь вниз, и все.
Нет, поднимаешься наверх, проходишь прямо, убиваешь ласта и все. Прыгать вниз не надо. А кто ласт? Дракон такой большой. Ну да, там вроде с балкона прыгают. А, нет? Прыгать вниз не надо, нет. Здесь по прямой, не упади в дырку, собирай трэш. Я с них шкуру не могу снимать. Надо подождать. Единицы не хватает, чтобы снять с них шкуру. Хильте, хильте танка. Это не Ода просила, ну ладно. Пробегай прямо вперед далеко. А вы меня в гильдию пригласите? Ага.
Чё-то не валится, ничего с них. Ну вот вас. Ты от него убегаешь. Блять, не успел. Напиши Оле диспел. Ну, магическая херня, но. Оля умеет диспелить магическую херню. Да тут уже не все. Это не диспелит, это астрал. Про товаром проще. Сало ему дашь, считай, и все. Стан хороший дает. Вот эту фигню. Слушай, посох-то я не одел. Че, вообще всекать буду? Достали эти плечи падать одни и те же, у меня штук 100 уже скопилось. Морковка на палочке, аксессуар смотри. Забираем квест и там идем сдавать. Так, где квесты там? О, я взял. Драконе. Так, это который в начале стоял, он просит, да? Дает треню. Надеюсь, оно того стоило. А что это? Нет, не в начале, здесь вот в конце самом. Ё-моё. Вот. Вот здесь давать его надо. Так а этого типа-то надо убить, да? Он голову просит там вот этого Джамалана или кого-то. Нет, 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 дракона поднимаешь. Да я понял, хрень. Я просто уже как бы в начале вот... стал. Да, и вот там сзади сдаешь. Ну ладно, подумаешь. Ну я сейчас побегу туда. Там все равно рядом зал же, там этот пророк-то стоит. Он же там вроде, на этом же этаже. Я не знаю. По-моему, где-то да. По-моему, да. Налево он был. Да, там где трупаки вот эти вот. Там столики такие стоят. Эх, Хаккар бы еще без яйца вызывался. Ну шо, у меня вообще ГС теперь 29 просто, нормально, да? Угу. Морковка на ухе висит. Кстати, Саш, что у тебя за морковка в тринкет? Не помню. Это где-то с Зулфарака, что ли, взялось, да, с какого-то квеста? Я не помню, по-моему, наверное, скорее всего. А где, куда сдавать-то, где этот дурачок? Там. Надо тебе дойти до ласта прям. Ну вот я где ласт, а где этот, кому сдать-то? В самом углу такая чашка стоит, к чашке подойди. Так, только ну... тыкни для начала на итем, на... чтобы квест взять. Ой, бля, в натуре надо же тыкнуть. Он мне лежит и лежит. 48 уровень, в смысле, я-то не 48. А, ну сорян тогда. Помог, чем смог. Знатно поугарали. А у меня какой? У меня 45. Ну надо Джамалана загасить. Где вы там? Куда вы ушли? Я в Танарис лечу. Да какой Танарис? Тут босс целый. У меня квест целый. Два. И мне надо кожевку апнуть. На один. На единичку, чтобы снять шкуру с тех гадов. Ладно, мы тут где дырка стоим. Ну, вас Оля похилит. А где пан? А, мне к вам идти надо, да, значит? Да, где это? Центральная комната.
Так, по-моему, где это, блядь? Так, оттуда мы пришли. Там Хакар. Короче, вот здесь это. Нафиг. Ну смотри, хила стопудово надо собирать, да? 20 интеллекта, 20 духа. Чем шамана? И такая бесполезная на самом деле вещь. Ага. Попробуешь залкнуть на аукцион. Ага. А что у нас по голде? 20 голд. Че, мы ячейку-то уже можем сообразить, нет? 30. Надо еще пофармить. Блин, у котика ведь тоже этот морковка есть. Где она взяла? Вот она точно не помнит. Я говорю, где-то в Зулфараке, когда квесты сдавали. Это зулфараковский квест какой-то. Вот. А какой? Я не знаю. Может быть, по видео потом можно будет посмотреть. У меня сейчас этих видео накопилось столько, что я даже не знаю, как я их буду называть. Марафон с 20 по 50. Пойду барахло попробую продать. Хотя не, это надо бежать потом сначала. Хотя нет, тут недалеко же. А я, кстати, квест в Зулфарак не брал на этих маскарабеев. Он же в этом берется. В Танарисе, да? Совсем забыл про него. Может и не брать.
Блять, сука, своим конем заслонил моба. Так, ну что вы, где вы, как вы? Короче, здесь. Так, сейчас я барахло продам. У нас все хорошо. Ушел вар, да? Вот ты покупатель. Мы тут в инсте, что стоим, я не знаю. Что мы делаем в инсте? Там, короче, босс, пророк. Вот его если убить, там в начале инста есть квест, его сдать можно. 28 голды стало у меня, если все продал. Все, бегу. А еще наверху есть боссы, и с них шмот падает синий. Саша. Чё? Чё делаем? Планим. Мы... Так, сзади. Мы чё в университете делаем? Ты нам поможешь или чё мы делаем? Мы регаем заново? А, так вы сказали, что вы ждёте. Сейчас, секунду, приду. Блин, я не помню, сюда мы идем вообще, нет. Мы можем дождаться Саши, потому что она все равно придет. Да, вот этот вот зал. Вроде там этот пророк должен стоять. Да, у меня какой-то квест нового есть. Надо подождать.
Чё там? Чё за фигня? Ну это как в этом... В НСТ БКшном, как его. И там духи ещё летают. А. Хорош. Видал, как четко. Настя, беги. Саша. Спокойно, у меня есть форма. Как она и хагрит так? Да это... Помнишь Инс такой БКшный, где там башка еще такая? Башка? А, нет, этот, лаби... Тёмный лабиринт, что ли? Нет, нет. Гробницы эти, нет? Там, где птицы еще друиды вызывать могут. Да, с птицей. С птицей? Это и есть с птицей. А, понял. Нравится гробница. Ситекские, но... Вот, там после убийства моба появляется дух, который убивает того... Он не убивает, неправда. Ну, не убивает, бежит обычно за хилом. Потому что агро на него переходит. Вот это то же самое. Но он... Так они по времени, получается, или чуть-чуть не вкуриваю? Да-да-да, по времени, чуть побегают и... То есть их бить не надо. Промах таун. Ну, чисто медленно бегают, просто кайтить. Ух ты. Ух ты. Что это? Что-то бабнулось. А, ну.